A mladi koji interesuje fantastika, vole da pišu, imaju priliku da učestvuju na jednom nesvakidašnjem konkursu pod nazivom Čovječanstvo. Namjenjene prvenstveno učenicima iz Crne Gore, a najbolje priče bit će objavljene u zbirci knjiga. Konkurs je specifičan po tome što je riječ o spoju darovite djece i vještačke inteligencije. Kako je sve to osmišljeno, reći će nam Aleksandar Plotnikov, on je dječji pisac i predsjednik udruženja Saveza dronova Crne Gore. Хвилюйна Пашні на ову тему. Доброе утро. доброе утро. Доброе утро. Наравно, с на предходные темы, которые я слышал в саду эмиссии, за неких не баш доброе утро. Я бы хотел, может, у току разговора, у том случае, да приузмем две позиции погляда на виштачку интеллигенцию, кое сада э, у неком фокусу пажни своих нас. Сбок мы с мы объявили тай конкурс человечанства, кое выше узнамерен за детцу. за то что фокус-группа за виштачку интеллигенцию то одеться утнула до два на из година то нихво будучность але кое наравно у наших рукама как мы гглядом со стороны деться на виштачку интеллигенцию то и пре свго могучности и той игры и то жанр фантастики едино я сам после того, что там сам председник ассоциации Совет Дронова, я сам дети писец. И с этим меня доста интересный уметнички задаток да споем сарадню виштачка интеллигенции и деться. С бок того, овы кандидаты в неком смысле мы нам допошали раду в жанру фантастика до 10 стран. Добрый, до чему, до, да. до, 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 до Правда. Откуда, на идея за этот проект? Идея вызвана э, следующим поводом, потому что все мы, взрослые и деца, имеем некий страх перед интеллигенции, некий фактор неожиданности, некий фактор X, э, который душает, прежде всего, потенциал детей. Потенциал детей на Балкане достаточно огромен они судосто талентованы, але они не знают, что они ожидают. Но когда они могут доставить сорадню с новым технологией, когда они знают, что это, они не имеют того страха, и когда не имеют страха, они имеют некую отговорность при прямо себе, себе. И то некий ключ, кауиста и дрону ассоциации совет дронова а интеллигенция это некая глобальная притча кой носи и доста позитивных вещей, и доста риска. нега. Да. Да, а, как вы с условий конкурса притча пишут пишу интеракции с виштачком интеллигенцию Можешь можно само да объяснить как устой пуна сад мрежек могут да напишу текст на основу идеи и инспирации детства и пуна нейроложских мрежек которые мы уже да направи слики иллюстрации за них офрат так куда детство в том случае они состоят авторами, але у смысла технической книжевности ним помаже виштачка интеллигенция, да напишет и да послужит текст. А ведь автор да эту ту идею и редослед в одну книгу, первая книга, кое из своей серии книг, которая себе, а бы чизоется «Човечанство», кое сви основные поймы живота человека у себе, али кое объяснены едноставным языком, потому что кое главный читал от Сова Харадова. I ko će biti u žiriju? Kako će biti ocijenjivani radovi? To je baš dobro pitanje. Jedan od člana žiri zaista bit će i vištačka inteligencija. kako? Kako je to moguće? To je moguće na osnovu algoritma kad procenuju se zapljeti ideja, vjera, dostojnost, finale u knjigi i aktivnost djeca u socijalnih mrežama. Zato što u nekom smislu to je njihov status, Когда виштачка интеллигенция на може мрежении коли видеть коактива в социальных мережах, то по, 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 книжевности искусства, A do kada je otvoren konkurs i kada će se znati ko su najbolji autori mm -hmm. i kada će sama knjiga biti gotova? 24. maj to je rok za prijavu na konkurs kad mogu djeca da pošalje radove. To je konkurs između učenika škole Crna Gore. Oni imaju pravo da pošalje najbolje radove. Biće odštampano u seriji knjiga. Naravno, mi smo dosta gipki sa rokovama i što se tiče štampanje prvoj tiraže knjigi ima dosta sitnica od kojih zavisa, ali ima motivaciju da završimo to u junu mjesecu. Uh -huh. A, neki naučnici smatraju da, je, da bi vještačka inteligencija zapravo mogla da zamijeni čovjek. A, kako vi gledate na to? Uh -huh. Ja gledam sljedeće. Vještačka inteligencija definitivno meni puno radnih mjesta, smanjuje njihov broj i to je uh, neprijatna situacija, uh -huh. ali ако кадровый меняют угол погляда на то и усовершают свое искусство, он да они имеют шансы, да, как да кажут доста специалиста на телевизии, а чуем да ускочию увозку воскую отлази. Али, ако мы поглядам объективно, генерально за человека, э, виштачка интеллигенция, доста технология не решала свои основные питания. Э, то я за то, что человек э, может доживи и без того, и mm как -hmm. он гледа на то, как на некую новую могучность, как на некий новый гаджет и инструмент, он сам проширяет свои могучности и границы познания. И в том случае он има радость, когда и стражуя то. Э, наравно у Вексу деться имели зависимость от книга, после того, от Игрица. А сада они прилазили на некий новый изозов, когда они могут найти же некие новые универсумы внутрь овок виштачка интеллигенции. Из-за того, было бы добро, да мы упознаем у детсу директно директно э, словом технологию, да то, что нихов задаток домене ту стварность, а то сарады. A vještačka inteligencija može da bude naravno korištena i za dobre stvari, međutim naučnici upozoravaju na niz negativnih posljedica koje može negativna da, ne, vještačka inteligencija da proizvede. A, vidjeli smo da imaju neke programe koji generišu odgovore, vi pošaljete poruku sa bilo kojim pitanjem, dobijete Uh, instant odgovor. Uh, da li je to sve što se uh, tiče vještačke inteligencije ili ona na mnogo većem nivou? Da li smo i upoznati sa tim dijelom? Da li se krije? Koliko je zapravo napredovala vještačka inteligencija? Uh, u svake knjigi, u svake istoriji ima neka kompozicija koja zove se tunel Kad on ima uh, problem i on uh, ima izbor ili da так вот, скажем, изда себе, или это почти до решава проблем и тражи решения. Когда он, найдже, когда он тражи решения, он найдет себе приятелей. И за это с этим приятельством он может доставать встречу. Так вот, когда если мы глядаем, ако деться глядую на себе, как авторы своей судьбины, и пишут за себе э, тай, ту тачку с авиштачком, интеллигенцем, као некий конфликт, который дай могущность до набави и до найдет новых приятелей, в том случае они имеют шансы в животу, у своей генерации до пустания сречны. С Бактога наравно достаточно сфокусирована на виштачку интеллигенцию, као едан от корока у развению на нашей цивилизации. А ляку мы глядам фокусируем на человека, в том случае мы доста питания со едноставны и имеют шансу за решение. Я хочу мало со друга к погляда на то поглядам. Аку наравно причем технички. Засада доста технология кочи, за то, что инфраструктура достаточно э, доста спора меняется, и некие люди в общем не испремны за быстрые промены. Али обычно 5 посту люди брзо меняются, и они все напредуют от остальных, то и нормально. И из-за из-за боктога засада, ведь интеллигенция дает ограниченной могучности. Али ведь доста э, довольна, дабы судиться, имели уметничку соратню с нем. A šta pokazuje, izvini Žarko, šta pokazuje vaše iskustvo, da li ste u komunikaciji sa roditeljima tije djece, kako oni gledaju na, na uh, ovaj konkurs i generalno na priču o vještačkoj inteligenciji? Uh, Roditelji dosta priplašane. Наравно. за то, что все сони э, имеют фактор X. Они не знают, что это, они не знают, что ожидают их них детства. Это подпуно нормально. Едино, что с течет психоложки, они судосто притискают детства и забраню им то. А в том случае функционирует некий философский закон. Когда нечто забранюешь, то исто яко пожельно. И в неком смыслу родители motivišu na taj način djeca da, pođe, da ubrza svoje razvijenje u smislu vištačke inteligence, Tako da ja na taj proces isto gledam pozitivno. Mm. Uh, gospodine Plotnikov, hvala puno na gostovanju ovoga jutra. Nadamo se da će konkurs proći dobro i evo, očekujemo i vas sa knjigom da vidimo kakva će knjiga da bude na kraju. Sa velikim zadovoljstvom. Hvala, što ste hvala puno.